Да, привет, зрители. Тестовую прошивку опять я ставлю, очередную, потому что у меня в предыдущей почему-то фотографировать периодически переставал. Просто вообще непонятно. Я думал, может, с батарейкой связано. Нет, он просто то фотографирует, то нет. Причем это на улице. Не знаю, что он там замерзает, но сейчас температура... Экран включается быстро. Температура нормальная. Так, что я хочу рассказать. Вот изобретение такое в 12-м андроиде. Панелька, видите внизу? Значки круглые. Но они у меня почему-то наполовину обрезаются. Вот, видите? Так. То есть как-то сбойно все выглядит. Так. В общем, эта панелька. Не понимаю. Она как бы задумана убираться, но она не убирается. А, вот она. Вот она в нормальном виде, она вот так вот выглядит. Вот видите, вот панелька нижняя такая. Здесь можно... А, перетаскивать даже их нельзя, что ли? Всего 5 штук. Вот такая панелька. Что она? Даже не перетаскивается. Странное изобретение. Так. Вот если подержать, то она исчезает. И вот она появляется. Но это когда открыто не главный стол, а когда вот какое-то приложение открыто. Сейчас, если я открою... Давай. Сообщение. Вот она есть, видите. А запихнуть... Интересно, я могу туда запихнуть? Ага. Интересно. Запихивается только в два места. В общем, она, видите, вот так обрезана. Если я запускаю, вот она появляется. Вот так я ее скрываю. Единственное, что еще они говорят, можно... Если вытаскиваешь, вот сразу на два делится. Вот такое вот изобретение в 12.1, по-моему, или 12L, как-то его называют, 12.1. Ну, странная штука. Как бы хорошо, что они придумали, но... Вот. Сейчас она здесь, она только в приложении. Но если... Вот я сейчас открываю приложение. Все, оно в каком-то таком обрезанном виде... И, а вот, вот так вот нормально. То есть такая вот странная панелька. Ну, наверное, она где-то на пикселях работает. Здесь она вот так вот не очень работает. Да я вообще смысл ее и не понимаю. Ведь значки были, и так были значки внизу всегда. Даже этот пиксель-лаунчер есть еще бесплатный какой-то этот. То какой смысл, их только 5, а как их где настраивать, вот эту панельку, я вообще что-то не увидел. Где-то есть настройки, то есть только 5 штук, и заменить можно только 2, если я, например, возьму Google фото, вот я перетащил, и в панельку, то я... Вот как можно даже. Блин, сейчас вот, то есть она даже
в чем смысл? Это же была такая же панелька, у них часто используемая. Но просто она здесь стала внизу, и вот ее вот так можно скрыть. И оказывается, тут можно несколько значков пихать. И сейчас вот я попробую выйти. Вышел. Так, все, как обратно-то. Вот я вышел. Если я начну пихать опять настройки. Так. Блин. Ну, то есть по две даже. Ну вот, все нормально, как бы панелька. Но она, видите, она у меня обрезана. Может быть, это с разрешением. Тут, вот тут она не обрезана. А какой... Что мне ставить? Больше, меньше? Сейчас. Если даже сейчас по умолчанию. По умолчанию. Странно. А если я побольше поставлю, то подождите. А, она вообще исчезла, что ли? Она вот-вот. Она наверх переместилась. Она была внизу, а сейчас она стала нормальной. Вот. Видите? А раньше она внизу сидела. И... А сейчас... Сейчас ее вообще нету. Вот внизу сидели-то эти. Панелька. То есть странная такая панелька. Вот, например, я запускаю. Где она? Ее нет вообще. Что это за изобретение? Вот она, да, панель быстрого запуска. Но вот это вот внизу, которая... Нет, не вижу. Так, перемещение работает. Ну все, она больше снизу не вызывается. Странная такая штука, короче. Ну уж сами тестируйте, или на других устройствах, или по мне она ну, не особо какая-то нужная. Как-то... Как-то криво она работает. Ну, на этом все. Пока. Всем пока.